Карина. Я вижу на заказ уже более 5 лет. Я изучила массу самой разной литературы, книг, мастер-классов. Но все равно мне не хватало тех знаний, которые я получила. Мне хотелось изготавливать более качественные, более интересные, оригинальные изделия, выделяться на фоне общей массы. Я стала искать для себя настоящего учителя, профессионала, потому что я не хотела просто так отдавать деньги и оставаться разочарованной. Я нашла Лоррейн Вулхард. Почему я выбрала именно ее? Я посмотрела ее ролик, запись онлайн мастер-класса. Там она вязала изделия от и до онлайн. Ролик был длинный, но было очень интересно понаблюдать, подглядеть за мастером. Так как у меня уже был определенный опыт вязания, я смогла вычислить, профессионал это или нет. Как она вяжет? Она вяжет очень быстро. Она вяжет качественно, она практически не делает ошибок. Ну, по сути, она не делает ошибок, если честно. Я удивилась, как можно быстро, здорово, понятно связать изделие под ее руководством. Очень часто попытки привнести новизну, заинтриговать нас, да, ищущих знаний, нам предлагают очень странные варианты, способы обработки изделия, финишной обработки, отпарки и так далее. Отпаривание, да, вернее сказать. И новичку не всегда бывает понятно, правда это или ложь, действительно так нужно делать или нет. То, что было модно в 90-е годы, да, способы обработки горловины, сборки изделий, например, на швейной машине, да, сейчас это уже не актуально. Сейчас такое изделие не будет смотреться дорого, не будет смотреться красиво. Стандартные швы, которые нам предлагают купить за деньги, чего я совершенно не понимаю, они неплохи, но они не оригинальны. У Лоррейн Вулхард есть очень интересный мастер-класс, такая разная сборка. Поверьте, там есть чему научиться, даже опытному мастеру. Я очень сожалею о том, что я не начала свой путь именно с ней, потому что я бы избежала очень многих ошибок. Чисто из любопытства. Я посмотрела, как она подает информацию для новичков. И я поразилась тому, что, оказывается, я не продвинутый мастер. Я новичок по сравнению с ней, по сравнению с ее опытом. И у меня больше не осталось никаких вопросов по выбору своего гуру. Вы не пожалеете, если выберете именно ее для того, чтобы научиться машинному вязанию. До свидания!